Всем привет, с вами SevPro, и сегодня покажу вам мод Redstone Plus для Minecraft Pocket Edition. Ну что ж, после установки данного мода у нас появляется почти, можно сказать, полноценный Redstone. У нас появляется новая категория в, так сказать, инвентаре. Вот так она будет примерно выглядеть. Но также в этом моде есть недочеты и баги. Ну, первое нововведение — это у нас поршни. Ну, наверное, многие видели мой обзор на поршни. Здесь тоже такие же поршни. Точно-точно такие же липкие и обычный поршень. Они работают тоже так же. И здесь есть такой командный блок. Да, командный блок. Это, получается, мод нам приносит не только Redstone, так сказать, фишки, но и команды. Ну, шлянить команду мы можем вводить только в командном блоке. Так, я ввел команду неправильно. Таймсит. И команда сохранилась. После чего мы можем ее активировать с помощью рычага. Все. У нас такой темный день. Начало дня. Это у нас репитер и повторитель. Как видите, мы можем его реагировать. Ставить на маленькое, на большое звено. Но пока это всего еще непонятно. Это у нас такой блок слизи, на котором мы можем прыгать. Но почему он непонятный повторитель? Потому что там нет пока еще точных обозначителей. Ну, конечно, лучше, чтобы этот мод весь был в Адане. И, кстати, такой выбрасыватель и раздатчик, который, к сожалению, пока не работает. Они просто как декорация. Есть также здесь воронка, которая тоже, к сожалению, не работает. Но в скором времени это все заработает. Ну и тут, по идее, больше нечего показывать. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.